Всем привет, друзья! И сегодня у нас влог про заброшку. Мы сегодня пойдем на очень известную заброшку. Это бар «Ракушка» на Юго-Западной. Вот, посмотрите. Он сейчас закрыт, но мы сейчас вот там вот пролезем. И я вам покажу, как туда залезать. Если вы наберете на этом видео 7 лайков, то я сниму вторую часть про то, как мы туда лазим. Что, сейчас мы туда залезем, и я включу запись. Короче, ребят, мы уже внутри, но не внутри ракушки, мы внутри вот этого, через залезать как. И вот тут вот есть такой старый щиток, только тут уже все повырывали, и тут очень много труб, посмотрите. И они все черные, как будто это все сгорело, я не знаю. Тут еще вот какой-то матрас старый. Блин, видео качество плохое, ну ладно. Так, короче, вот здесь вот видно ракушку, а залезать мы будем вот через эту дверь, там есть вентиляция. Я начну снимать, куда мы залезем, потому что залезть туда очень сложно, типа с телефоном. Поэтому сейчас мы залезем туда, и я включу запись. Так, ребят, мы уже внутри, и здесь ничего не изменилось. Там пусто, это типа старая вентиляция, а? Туда, конечно, можно залезть, но, блядь, мы не говнолазы. Тут вот окно, я еще, знаешь, как планировал залезть? Можно вот это окно сломать и залезать через него. Блин, какая огромная дверь, вот откуда она здесь? Рама. Вот сюда я не хочу заходить, это мне комната совсем не нравится. Согласен. Если ее можно выбить отсюда, то это пиздец. Ну, короче, похуй, потом этим займемся, пошли дальше. Смотри, там что-то мигает. Вот, на вот этом счетчике только что-то мигнуло. То же самое, но это очень... Мне показалось. Отраженный свет. Какого цвета был? Белого. Отраженный свет. Вот видишь, железки вот эти вот, вот они отражают свет. Офигеть. Ну, кстати, помнишь вот в той щитовой комнате, там автомат один большой? Ну, помню, помню. Так вот, я когда ездила, откуда я петарду взял, ну. Там один пацан, короче, этот автомат включил. И чё? Я не знаю, мы его все перестарались включать, но никто не хотел включить.
Понятненько. Ребят, если что, мы сейчас делаем вообще-то уникальный контент для вас. Потому что вот я посмотрел на Ютубе, на Ютубе нету ни одного видео про внутренности ракушки. Ни одного, только фотки из интернета. Есть видео, давай сюда вот зайдем, покажем. Есть одно видео, как кто-то пытался сюда залезть. Но это было уже после закрытия, и они не знали. Не надо, не надо нажимать. Вот мне этот рычаг совсем не нравится. Нахера ты это сделаешь? Посмотри, тут что? Да не надо! Ебать! Да я ему не пишу. Диоды. Смотри, рычаг, ты что-то показываешь. Да, это не работает почему-то. Вот мне тоже что-то не понимаю. Ладно, это пишу. Ладно, пошли дальше. О, вот это подробное кино, там все. Только не включай этот звук, мне совсем не нравится. Пошли. Иди впереди, у тебя лучше будет. Пойдем. О, кстати, тут дохера линолеума. Блять, скрипит все, а так страшно обосраться. Нет, да, это самое вот комната скрипит. Причем где-то из фотки Гитлера или что-нибудь когда-то. Что такое вообще? Что это за комната? Наверное, охрана, да. Нет. Да, закрыт проход. Там решетка. Ну как бы там решетка, да, там решетка. Да, я покажу. Видишь? Никого нет, все норм. Ну, в ракушке не надо, внутри не надо. Потом, потом. Я просто не хочу реально. Видите, здесь походим. Линолеума тут до хера. Знаешь, вот этот. Пошли туда, в те комнаты, в те комнаты. Охеритель был. Здесь огромное окно заваренное. А здесь мы нашли с этим, с, помнишь, с тем Матвеем кристаллы. А, вот то самое место, где мы пришли. Тут дохерища ракушек разных. Ну, типа, на ракушке лежат ракушки. На ракушке лежат ракушки. Кстати, можно... Они очень красивые. О, смотри. Тут есть вот такая вот. И смотри, какая-то кобура. Ну ладно, оставим. Да, нам смысла нет их брать. Типа из них и сто... Нет, ты знаешь, это место, оно такое странноватое тем, что тут... Да. Вот эта вот комната самая стрёмная, как по мне. Давай съебёмся нахуй. Мне это совсем не нравится. Я нож достану. Если что, горло нахуй перережем, блять, и все. Если что, горло нахуй перережем. Вот так вот. Возьмем вот так вот.
Эти даубы одни дотут. Эти даубы одни дотут подожгли, короче, очень длиннящую штуку. Помню жёлтую, которая была с щитами? А, ну. Блин, да не надо так громко. О, вот это вот пиздата. Пошли еще в главный зал, сходим и все. Нет. Идем. А? Идем, идем. Куда? В главный зал. Куда? Свети туда, все норм. Да, я вижу. Смотри, смотри. Да. Тут вообще на сердце на блоком сидит. Кстати, вот эту вот опору можно сломать и попробовать открыть. Только не сейчас. Это надо потом делать. Потому что... Предлагаю сейчас пойти еще снаружи поснимать его. Вот. Какие красавра снаружи поснимаем. Внутри мы уже обошли. Что? Это огромное окно, я знаю, где это. Плитка. Настрать, пошли. Ладно, ребят, я, наверное, уже закончу запись, потому что мы все обошли. Мы сейчас еще снаружи поснимаем, а влог закончится. Все, мы вылезаем и идем снимать снаружи. Так, я уже начал съемку. Короче, мы нашли там колоду карт. Сейчас фокусируюсь. Вот. Стоит 36 карт. А где стоит, не написано сколько. Только вот когда она куплена, хрен знает. Я ее положу, может, оставлю в своем сундуке для заброшек, где я складываю все, что нахожу на заброшках. Все. Сейчас идем снаружи. Снаружи. Хорошо. Короче, сейчас идем. Я вам покажу много интересного снаружи. Потому что внутри, конечно, круто, но снаружи тоже есть приколы свои. Я их сейчас вам покажу. Видно, это то, что все проходы заделаны решетками. Первый и второй, вот, который мы заходили. Дальше. Здесь есть подвал, и почему-то от него очень воняет говном. Ну, пойдем отсюда. Сейчас я вам покажу. Вот, кстати, веник. Сейчас я покажу вам, как мы выбили дверь. И что теперь легче заходить. Вот мы здесь начали выбивать. Мы сейчас еще добьем. Вот тут гвоздь был. И сейчас еще один вон там вот гвоздь. Мы сейчас его выбьем. И будем открывать дверь как-то. Дальше. Ну, вот там вот можно походить еще. Там есть типа терраса. Но вообще в планах там есть окно. И залезть туда невозможно.
Ну, я думаю, на этом влог можно закончить. Я вам все показал. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.